И вот очередной год, и мы сейчас будем ловить себе добычу. Какого поймаем, какой наш будет, тот и наш. Кто с нами пойдет, ребята? Быстро подошли сюда. Будем выбирать. Что-то мы разговариваем. Вот это красавица, мы будем сейчас ловить. Что, сейчас мы приступаем к ловле барана. Или барашки. Изад, дружище, у тебя уже опыт есть. Давай, если что, я подсоблю. Главное, чтобы они мне по ногам тут не побегали. Так, ну что ж, приступаем к ловле. Вкусняшки. Вот так. Так, ловим нашего барана. Да, где-то там она. Эй! Выбираем себе барашку. Зада не получается поймать, он бегает за ней, она от него убегает. Сейчас я буду ее ловить. Дорогая, извини. Поймал. Сколько вытянет? Килограмма 3-4 будет? Какой 3-4? 15 тут есть. 15? Конечно, если не больше. Отлично. Ну что, красавец? Я поймал тебя. Да. Хорошая такая. Примерно средний вес. Когда хотите, чтобы барашка не бегала и не дергалась, просто берете так вот два ушка, прижимаете, и все. И она спокойно лежит, не шелохнется. Вот так вот. И спокойненько. И все. И мы ее сейчас, она не будет дергаться. Надо бежать, я сам. Сам? Конечно. Она не будет дергаться. Колдовать, что ли, вас еще? Да. Мы умеем. Без всяких движений. И она будет лежать спокойно. Там хорошая. Вот барашка привязан. Не шелохнулся, не дернулся. Без всяких лишних движений. Надо, чтобы баранчика напоить. Вот он, колодец бездонный. Ого-го. Шустрее. Сейчас посмотрим, что за вода. Вот водичка подошла. Чистить надо колодец. Наша барашка прибыла на место. Идет себе тихо, спокойно. При виде меня она сразу успокаивается. Сейчас прочитаем молитву и приступим к трапезе.
Бисмиллаху рахману рахим кульфаллаху ахад аллаху самад лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад Бисмиллаху рахману рахим кульфаллаху ахад аллаху самад лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад Бисмиллаху рахману рахим кульфаллаху ахад Дуни молятся, да? Наш барашка принес ему жертву. Сейчас мы будем снимать шкуру. Вот вермит воробля. Пытаемся поднять барашку повыше, чтобы снять с нее шкуру. Выдерживает. Здравствуйте. Привет, привет. Вот так. Висит. Чистим картошку, чистим лук. Чистим морковку. Готовим. Молоденький. Теперь моем барашку, моем мясо, готовим для казан кабаб. Так. А также к этому времени мы подготавливаем казан. На кирпичах все немножко по-самобытному. Масло у нас разогревается. И сейчас будем готовить. Мы готовы забрасывать первую порцию. Первая порция есть. Ну что ж, немножко надо подождать. Вот она, джиз, барашка. Как вкусно пахнет. Очень вкусно. Так. Ну вот у нас праздничный блюдо готово. С нашего барашка. Сейчас будем кушать, пробовать. Всем приятного аппетита. Ах, как вкусно выглядит. А запах, друзья, вам не передать.